Всем здравствуйте! Сегодня пятница, 17:30 вечера уже. У нас сегодня с Таней пятницы нет, потому что Таня занята. Это часто и густо, только начну снимать. Я жду Ульяну. Что я приготовила? Я ей приготовила ее любимые бутерброды. Это сверху не майонез, это сыр плавленый. Ну, у меня оставался, я его и наложила. Здесь немножко котлет сделала. Фарш остался у меня даже еще. Завтра это пюре. Завтра или послезавтра. Послезавтра, наверное, может, беляшей немножко сделаю. И суп. Ну, естественно, с этим. С клёцками. Все, жду дочу. Знаете, что я пока ее не была. Я убрала у нее в комнате. Причем убрала так. Помыла и батареи, помыла и люстру, помыла и все. И знаете, я еще что сделала? Я повесила занавески. Вот это сейчас она будет ругаться за них. Сказать, что это такое? Мы сняли кондиционер. Жалюзи. Снимала, мыла жалюзи, конечно. Все пополомалось. Все, что сломалось, то я убрала все. Надо новые жалюзи покупать уже. Смотрите, цветы до сих пор достоялись. Завтра уже им неделя, а им ничего. Я за ними, естественно, ухаживала, меняла воду, подрезала их, и вот они ее дождались. В общем, вот я там люстру мыла, и батареи, и там, и там, там поподклеивала, там, в общем, все делала ей тут. Но все равно приедет недовольна, потому что зачем ты повесила занавеску? Хотя уже взрослая девочка, к уюту приучать. Мне кажется, с занавесками намного уютней. Напишите, скажите мне. Мне кажется, намного уютней. Я почистила ей палас. Все сделала. В общем, короче, ее комната ее ждет. Я ничего такого... А, подоставала одеяло. Вот я достала одеяло, потому что холодно. Мне осталось еще попылесосить и помыть полы. Все, остальное все готово. И у меня пришел Кирилл с Кристиной и с Ромкой. А у меня еще дела есть, поэтому как бы это... Нет-нет-нет, не получится. Блин, уже который день жгут... Что жгут? Жгут, наверное, камыши где-то. Но это капец, ребята. Не дышать нечем, ничего. Скажите, пожалуйста, твою мать, кто за этим должен следить? Потому что тех, кого я знаю по закону... Ну, вы поняли, да? Может, кто-то еще есть, а? Может, я чего-то еще не знаю? Пожалуйста, скажите. Я вообще не знаю. Вот эти цветочки еще стоят. А вот этим уже тердык. Хотелось бы, конечно, снять реакцию Ульяны, но я ее сниму и так потом, когда она будет кричать. Ну, если она за занавеску ничего не скажет, я буду очень рада и довольна. Но ранее это было... Полный игнор, отказ. Я уже ей вешала ее, эту занавеску. Она постоянно ругалась. Что это такое? Ну, это же даже не занавеска, это такой вот ламбрикенчик. Просто симпатично, уютней. Сейчас начнутся холода, чтобы не было голое окно. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Все, попылесошу, выйду на улицу к детям. Ты собираешься туда залезть? Я порядки только понаводила в шифонере. Пожалуйста. Ага, уже одна сидит на джинсах. Ой, это бесполезно. Дышу на окне. Выглядываю Ульяну, чтобы для вас снять ее реакцию. На комнату. Будет она ругаться, не будет. Кстати, хочу сказать,
маршрутка с Краснодара опять опаздывает. Уже почти 8 часов. Но дело в том, что маршрутка выехала в 6, хотя должна в 17:30, а выехала в 18:00, даже я, может, даже позже. Ужасные пробки в Краснодаре, ужаснейшие пробки. Это уже второй раз Уля едет в пятницу, и второй раз она и приезжает в 8 часов вечера. То есть она даже погулять не сможет, наверное, пойти. А там хрен его знает. Сейчас быстренько ложкой постучит. Голодная едет. Вот я выглядываю. Ди-ди-ди-ди-ди-ди, Уляша. Я ей звонила 15 минут назад, она была во Львовке. Уже, наверное, где-то поблизости, да? Блять, куда мне эти часы девать, а? Куда мне их поставить? Они мне их заваливают, и все. Я боюсь, они мне сейчас лампу расхреначат. Я съела пол бутерброда. Потому что я когда я ела? Час дня где-то. Короче, даже чуть раньше, потому что я когда с работы пришла, короче. И вот это я уже подмела в гараже. Приходили же дети. Я подмела в гараже. Начала подметать. Аня с Лешей подъехали. Просто ехали с работы и заехали. И у всех вопрос. У меня даже соседи спрашивают. А что такое? Почему пятницы нет? Ну, у нас же могут меняться планы. Мы же все люди-человеки. Танюшка... Ей надо посетить другое место. Ничего страшного, никто не умрет. Я вообще без вот этого расслабона, там, я не знаю, прекрасно. Хотя у меня все есть, у меня абсолютно все есть, у меня есть в холодильнике все. Я могу там сама себе расслабиться, сесть, посидеть. Я могла к Ане с Лешей пойти, они бы преспокойно согласились со мной посидеть час-другой. Это вообще без проблем. У меня есть другие друзья. У меня есть куда угодно пойти. Я просто не хочу. Ну, нет и нет. Ой, слава богу, выходные. Сейчас лягу спать буду. Не спать, а лягу буду смотреть какую-то фигню. Вообще, хорошо. Мне сказали, что я сильно вожу камерой, и ну, неудобно смотреть. Я это сама понимаю. Но знаете, когда вот что-то делаешь, вот я хожу, да, там что-то рассказываю, но оно само по себе. Я не смотрю просто в телефон. Я вот так вот не хожу в телефон, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Я так не делаю. Поэтому я даже иной раз не замечаю этого. А потом уже, когда пересматриваю, мне тоже это не нравится. Ну, вот. Стабилизация средненькая на телефоне, поэтому... Я стараюсь и так, но получается по-другому. Так что, блин, не судите строго. Я ж не там профессиональный, я не знаю. Да, Кирусь, мы ж не профессионалы. Ну, простите. Простите, спасибо. У Наби тырит, тырит у Наби, тырит. Где ты там, я тебя не вижу. Всем здравствуйте. Да ладно, поднимайся. Извините, оркестр не заказала. Нашла маме грелки для ног. Еще не донесла. У нее ноги мерзнут все время. Извините, оркестр не за... Это фасотесия? Фасотесия, да. Привет. Здорово. Вау, 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 вау! Это что такое? Это взрослая жизнь, доча. А где страница? Там на кухне стоит, а это уже корзинка. А эти я ухаживала за ними. За теми что не ухаживала? Эти же, это же долго стоят, которые. За всеми надо ухаживать. Хамка.
А еду посмотрела? Нифига себе! Даже супчик сварила. Ну, суп это ладно, я себе приготовить. А вот это вот... Ну, такой ты суп не готовишь, вот еще не умеешь. Какой? С клёцками. Да я еще просто не пробую. Так. А, магнитики. Я у тебя их заберу, хорошо? А это что? Это косточка от авокадо. Я ее буду проращивать, отвали. Все, закрой холодильник. Нельзя же его держать открытым. Я помыла все трубы. Я помыла люстру. Я помыла здесь вот эти все твои пылюги. А там что не сложила? Нет, я там не складывала. Там твое дело. Ладно. Всю пылюгу, все попротирала. Я ногти буду завтра делать. Делай. Еще я в воскресенье утром уеду. А что утром? Дела. Ой, блядь, деловая колбаса. Камеру выключишь, расскажи. Я это там тебе, это постель чистая, я тебе даже одеяло заправила. А мне одеяло в город забрать надо какое-нибудь. Кушать хочу. Пойдем. Что тебе насыпать? Накладывать, налаживать. Уля, это не еда основная. Покушай вот пюре с котлеткой, можно пюре с сосиской, можно... Супом мне суп. Краснодар нальешь? Да я его довезу, как ты думаешь? Конечно, довезешь. А в чем? В чем? У меня есть вакуумные эти. Я с собой взяла только косметичку. Ты домой собираешься привозить контейнеры или... Дома две штуки. Или три. Или четыре, сейчас дай вспомню. Это как мы баллоны приносили. Это мне нужно. Я не пользуюсь. Зачем на стол? Ну ладно. Это я только что кушала. Мне еще надо большой судочек купить. Потому что одна кастрюля, я могу только одну выдох. Поосторожнее, пожалуйста, не торопись. А что они такие-то? Они с мясом. Это я увидела, чей в ТикТоке, чей в интернете. Где-то увидела, короче. И положила туда фарш. Я с пельменями сварила суп. И положила туда фарш. Ничего, я ела вкусно. И что ж ты будешь с собой... Блядь, кипятить опять надо. Так же нельзя делать. Можно, я разрешаю. Он теплый, да? Да, он теплый, не горячий. Ладно, приятного аппетита. Не буду. Хотя многие любят мукбанг. Ага, как же гулять не пойдет. Все. Все. Наушники, рюкзак выскочила, поскакала. Ну ладно. Вот такое коротенькое небольшое видео. Я поставила Уляхи. Мне теперь почему-то Маня решила спать. Я поставила стирать одеяло Уляхи. Приехала, сказала, одеяло надо. Я ей даю тонкое одеяло, потому что что? Ну с отоплением у нас в России. А в Краснодаре вообще, насколько я знаю, это жесть. Там всегда топят отменно. Поэтому тонких одеял хватает. Только тонкое. Если совсем замерзнет, у нее есть плед. Кипячу, блин! Клюшка. Терпеть не могу, когда нальют, а потом, как обычно, ничего нового. Ладно, поухаживаю. Все. Все, Симон, скажи всем пока для превьюшки. Всем пока!